Привет, мои дорогие друзья! Я наконец-то выехал уже из Житомира. Еду в сторону Новоград-Волынского. Вот, я не засекал, сколько там километров проехал, честно говоря, мне... уже неинтересно засекать, как бы. Еду, пока едется, как бы отдыхаю, когда хочется. Вот, особо не перенапрягаясь. Хочу сказать пару слов про Житомир. Вообще, вот, очень классный, тихий, спокойный город. Дружелюбный. Я, конечно, там был недолго и не смог его изучить досконально. Вот. Но в целом у меня очень позитивное впечатление о Житомире. И я вам хочу сказать, что, ну, как минимум, стоит обратить на него внимание, съездить там, погулять, посидеть в кафе, сходить в гидропарк на пляж, искупнуться в речке. Очень замечательное место. Вот. А мой привал подходит к концу, поэтому я сейчас сажусь дальше на велик и качу вперед. Вперед, вперед и только вперед. До встречи, друзья дорогие.